Все, запись началась. Всем привет. Всем привет, ребят. Только что на моем канале набралось 10 подписчиков. Да не ты должен сниматься, это я. Ай. И сегодня мои друзья будут высказывать свое мнение. Так, давайте начнем с автора. Меня, с авторов. Офигеть, я очень рад. Если честно, это не кликбейт. Сейчас я вам покажу. Я захожу. Канал Лексарен. 10 подписчиков. И мой канал начал богатеть так. Ведь под этим видео вот было изначально что-то 10. Но сейчас оно самое популярное. 178 просмотров. А раньше у меня было самое популярное видео, это вот это. У меня здесь есть один друг тоже. Это что? Давай. Я очень рад, что... Спасибо тем, кто были со мной на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 подписчиков. Когда было 8 подписчиков. Спасибо тем, кто тогда шли, боролись и хотели. Следующее мнение высказывает Мишка Фредди. Давайте. Ребят, это очень хорошее, что у меня даже аватарочка, знаете, вот. Вот, аватарочка. Это моя аватарочка, мне кажется. Я думаю, я самый главный автор, а не Лексарен. Докажите ему, что Мишка Фредди самый главный автор. Пишите под этим видео, что Мишка Фредди самый главный автор. Потому что он меня поставил на аватарку. Не Хагиваги, никого, а именно меня. Ну, ай, блин. Сейчас. Да, именно меня. Поэтому я думаю... Спасибо тем, кто шел с 9 подписчиков и тогда. Да, конечно, снижались у нас рекорды быстро. Но наш канал быстренько стал большой. Всем хорошего настроения. И, кстати, фильм со мной скоро, да, Лексарен, да? Скоро выйдет. Окей, следующий автор. Заходи в рум. Бум. Да, это я. Можете меня видеть. Помните меня? Я же тот самый Хагиваги, который снимали. Вот, кстати, про меня. Всем привет, ребят, с вами я, Лексарен. Когда закончится мой фильм? И сейчас я вам расскажу, когда. Большое спасибо тем, кто шел. Мне очень это понравилось. Спасибо всем. Я даже не знаю, что высказать. Мне был... Это долгий путь. Он длился сколько? Давайте посмотрим. У меня же есть. Лексарена же. Бум. Когда он... Так, когда день рождения у нашего канала будет? Мне интересно. Кстати, график надо посмотреть. Раз. Пошел. Не понял. Вот сейчас я прикола не понял. В смысле, от 8 апреля до 5 мая он просто фиговый. Ребята, а график? Что с графиком? У меня по 8 апреля... А, вот, это правда аж 8 апреля по 5 мая. Жесть. Какой-то... Вау. Мне очень нравится наш канал. Так, это по всему, это по видео. О, он даже снижался, блин. А это почему? Это по ТикТоку.
шорцам. Да, я понимаю, шорцы. Вот хайпанули, потом снизились, а потом вообще никто не, и, походу, про них забыл. Не забывайте про шорцы. Подписчики. Что у нас там появилось? Это... мне нужно найти Владига. Так, надо найти Владига. Окей. Извините, что такой шум у нас. Просто я не могу. Все, всем пока. Спасибо всем, кто был со мной. И, кстати, подпишитесь на канал Грега. Обязательно подписывайтесь на канал Грега. У него хороший канал. Да-да-да, хороший-хороший. Вот даже я написал. Извините. Извините. Походу кушать хочет. Ой, что-то у меня вот все проблемы. Так, сейчас печатаю. Да, зайчик, это Хаги-Лаги. Я, привет. Он на меня смотрит. Это Хаги-Лаги. Какой красивый. Если я честно, тебе дал покушать. Это не мой старший брат. Это мой младший брат Грега. Я, да, я тебе руку скормил, но у меня есть всего две. Иссер! Если у него название канала Грега. Одно видео, но пишите. Жесть. Я... мой канал... Погодите, надо включить стрим. А, инкогнито. Короче, всем спасибо. Теперь мнение, давайте посмотрим наших остальных. Давайте.